Я много лет говорил о том, что одними усилиями власти нельзя принципиально изменить жизнь к лучшему, что необходимо сотрудничество, соработничество власти и общества. И дело, наконец, пошло. Многие организации третьего сектора стали по-настоящему социально ориентированными. Область вошла в топ-10 регионов по количеству социально ориентированных некоммерческих организаций. Победителей первого в 2017 году грантового конкурса президента Российской Федерации. Тюмень стала пилотной площадкой апробации проекта федерального закона о социальном заказе. Поддерживаю и одобряю инициативу нашего инвестиционного агентства, открывшего школу социального предпринимательства, причем сразу в 5 территориях области. Там начинающие и действующие предприниматели, представители социально ориентированных НКО, обучаются технологиям запуска, продвижения и развития бизнес-проектов в социальной сфере. И не просто так, а с быстрым выходом на реализацию собственных замыслов. Thank you.